Привет. В общем, я решил поиграть в старую добрую, хотя какую старую, вторую часть ФНАФа. Я играл лишь, проходил первую ночь, наверное. Как ты мог заметить ранее, я в Майнкрафте прошел карту полноценную. Это была как первая часть 5 дней в честь Фредди. Вот. Больше таких карт я, к сожалению, не нашел. Поэтому почему бы не поиграть в обычную версию ФНАФ? Вот. И надеюсь, мой микрофон тебе порадует, потому что до этого у меня был просто ужаснейший звук. Вот, поэтому я прям вот намеренно не изучал досконально всех тактик, которые существуют во ФНАФе, вот, но плюс-минус я понимаю, что здесь происходит, за кем следить, как играть. Я знаю, что здесь есть фонарик, вот его... А, на контролсе, типа, понятно, да. Так, и сразу заглушу его, потому что... Ну, мне это не нужно. А, да? Уже первый... А, нет. Мне пока... Я думал, что Чика слева находится. Вот. А... Хотел назвать ее микроволновкой, но это не микроволновка. Тут, кстати, очень прикольно. Я ничего не нажимаю, просто навожусь и... И сразу вот навожусь, и он одевает. Прикольно, да. Значит, попытаюсь объяснить. Так как я очень много перепробовал различных карт в Майнкрафте, в том числе и все карты, кроме Sister Location, я вот первые 4 ФНАФа карты я знаю плюс-минус в Майнкрафте. Вот. И исходя из этого могу объяснить. Вот здесь сцена. Я не знаю, может, кто смотрел Крейга, ютубера такого вот. У них был сериал «Как сделать портал в мир ФНАФ». И... Получается, вот здесь сцена, вот можно по схеме. Я никогда раньше не ориентировался, сейчас я как бы стал взрослее, мозги приросли, вот, и уже 1 час ночи. Короче, схема, значит, да? Так, по поводу марионетки, ее постоянно нужно заводить, и она вроде бы с 2 часов активируется на первой ночи, насколько я помню. Ну, вот. И здесь сцена. А, ну, тут даже подписано. Вот тут справа марионетка там находится. Вот здесь стоит балунбой. А дальше ниже находится комната с мангл. Вот. Потом мы, получается, идем... идем налево. Вот здесь вот туалеты. Вот. Вот это у нас комната, получается, вот справа 2 туалета. Слева будет вход, получается, к нам. Вот в этот вот коридор, где мы сидим. Вот там прямо вот этот вот коридор. Вот он. А вот здесь вот эта комната со сломанными аниматрониками. Они тоже, ну, не знаю, со второй ночи или с какой там будут активироваться. Вот, кстати, марионетка, да, уже вот 2 АМ. И она начала активироваться. Вот, потом в первой ночи Чика, той Чика и той Бонни активируются. Они примерно вот... Где-то через час, через два уже начнут... А, вот, да. Не через час, через два, а уже Бонни пропала. Вот, по идее она... По идее... А, марионетку нужно постоянно заводить. Бонни, Бонни, Бонни... Да, да, вот она. Так. Потерял мышку. Вот она, вот она, вот она. Так, значит, да, здесь комнаты. Можно каждую комнату освещать. Вот в этом коридоре по 2 комнаты с каждой стороны. И, естественно, вентиляция справа и слева. Насколько я знаю, Бонни приходит... честно говоря, я не помню. Ну, они, по-моему, приходят со всех сторон. То есть, возможно, я ошибаюсь. Но они приходят со всех сторон. То есть нет там определенной комнаты, с какой стороны ходит Бонни, с какой стороны ходит Чика. Хотя вот, видите, она здесь была, он здесь, теперь здесь. Вот, поэтому, честно говоря, я не помню. Вот, Чика тоже пропала.
Вот, во FNAF 1 там была прям определенная эта штука. Вот, и здесь, по-моему, не так. Ну, я не помню, я давно играл в это. Ну, точнее, я играл сегодня, я прошел. Текс. Так, вот это звук того, что кто-то по вентиляции. А, у меня еще фонарик ломается. А, Фредди даже активировался. Прикольно. Я не знал, что он активируется. Я просто вот, я прошел первую ночь. И там... просто Чика и Бонни были. Честно говоря, я не знаю, как от него избавляться. Она... я просто не помню. Точнее, я не знаю, как... как они вообще... какие звуки стоят. Отсюда, по-моему, никто не выходит первую ночь. То есть они втроем уходят со сцены, да? Да. Балунбой... не знаю, когда активируется. Маринетку постоянно нужно заводить. Вот, также в основном... можно смотреть по камерам, но в целом это не обязательно. Вот, где может быть Фредди, без понятия. Окей, ладно. Я думаю, можно, так как ночь была несложная, запишу еще одну.